Пасторальные картины удавались византийскому художнику высокого возрождения Джорджоне более всего, главным образом, из-за филигранного исполнения пейзажа. Фоновая природа у мастера вроде живет своей жизнью на полотне, но одновременно и вторит главным героям сюжета, усиливая доминантное настроение. Картина «Сельский концерт» была написана между 1508 и 1510 годами, но доподлинно установить авторство произведения не представляется возможным. Еще век назад ученые однозначно приписывали концерт Джорджоне, но современные исследователи высказывают другие мнения. Или это картина Тициана, или совместный труд Джорджоне и Тициана. С одной стороны, Тициан, будучи учеником Джорджоне, в те годы был еще совсем юн, чтобы создать столь законченное произведение. А с другой стороны, Джорджоне чаще писал маленькие фигуры людей, утопающих в бескрайнем пейзаже, а здесь мы видим иную картину. Герои выписаны крупно и на переднем плане. А может, полотно начал Джорджоне, а вот заканчивать его пришлось Тициану, ввиду безвременной кончины художника от чумы. На картине мы видим двух молодых людей. Один из них музицирует на лютне. Одновременно ведется неспешный разговор. Рядом с юношами сидят обнаженные девушки. Но странное дело, молодые люди совсем не обращают внимания на прекрасных дам. Отсюда родилось мнение, что героини эти – представительницы какого-нибудь потустороннего мира. Возможно, нимфы. Поэтому музыканты их попросту не видят. Джорджоне открыл их только зрителю. Хотя не исключено, что перед нами куртизанки, которые отдыхают на природе. Изначально картина характеризовалась гармоничным сочетанием холодного и теплого колорита, но со временем лак, картине более 500 лет, покрывающий поверхность произведения, потемнел, придав всем краскам более темный золотистый оттенок. Однако на характер и поэтическое восприятие полотна это никак не отразилось. Природа на заднем плане дышит спокойствием и безмятежностью. Мягкие очертания крон деревьев, летнее небо с неспешно двигающимися облаками, крохотный домик у горизонта, справа пастух с козами, везде царит покой. Этот неспешный ритм отразился и на героях. Их позы отличают плавные очертания, движения размерены, краски одежд приглушены, красота и чувственность – главные ощущения от просмотра картины, которую иногда называют как концерт под открытым небом. Thank you.